кто такие были славяне? Это варвары. Варвары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. Россия. Название страны Россия возникло от другого слова «Россия», которое, в свою очередь, образовалось от названия «Рассения», территория, по которой расселялась великая раса, то есть белые народы. Белые народы – добровольные переселенцы на Землю с других звездных систем космоса. Впоследствии слово «рассение» перешло в латинский язык «рутения» и стало переводиться как просто «Русь». Рассении называлась часть древней славяно-арийской империи. В древние времена занимала территорию современного континента Евразия, лежавшую западнее Репейских Уральских гор. Земли восточнее Урала, до Тихого океана и далее от Лукоморья, русского севера, до Центральной Индии, носили имя «Земля Свято-Расы», «Страна Асов», «Ас, Бог, живущий на земле», представителей развитых цивилизаций. Аббревиатура «Раса» образовалась при сокращении фразы «Роды Асов, страны Асов». Свято-Раса – это четыре великих рода Асов – доарийцы, харийцы, рассены, свято-русы, жившие общинно-родовым укладом. Иноземцы называли эту страну по-разному. Одним из последних иноземных имен, известных в Европе до конца XVIII века, было Великая Тартария или Могучая Асия, древнейшая держава белых людей на азиатской части континента Евразия. Великая Тартария – самая большая страна мира, как о ней говорится в первом издании британской энциклопедии 1771 года. Тартария – громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Тартары, живущие южнее Москвы и Сибири, называются астраханскими, черкасскими и дагестанскими. Живущие на северо-западе от Каспийского моря называются калмыкскими тартарами и занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем. Узбекскими тартарами и монголами, которые обитают севернее Персии и Индии. И, наконец, тибетскими, живущие на северо-западе от Китая. Энциклопедия Британика, первое издание, том 3, Эдинбург, 1771 год, страница 887. Как следует из британской энциклопедии 1771 года, существовала громадная страна Тартария, провинции которой имели разные размеры. Самая большая провинция этой империи называлась Великой Тартарией и охватывала собой земли Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. На юго-востоке к ней примыкала Китайская Тартария, просьба не путать с Китаем. На юге от Великой Тартарии была так называемая Независимая Тартария, Средняя Азия. Тибетская Тартария располагалась на северо-западе от Китая и юго-западе от Китайской Тартарии. На севере Индии находилась Монгольская Тартария, современный Пакистан. Узбекская Тартария была зажата между Независимой Тартарией на севере, Китайской Тартарией на северо-востоке, Тибетской Тартарией на юго-востоке, Монгольской Тартарией на юге и Персией на юго-западе. В Европе тоже было несколько Тартарий – Московия или Московская Тартария, Кубанская Тартария и Маленькая Тартария. Тартария никакого отношения к современным татарам не имеет. Точно так, как и Монгольская империя никакого отношения не имеет к современной Монголии. Монгольская Тартария находилась на месте современного Пакистана, в то время как современная Монголия находится на севере современного Китая или между Великой Тартарией и Китайской Тартарией. Между Монгольской империей XVIII века и современной Монголией тысячи километров расстояния,
и они лежат по разные стороны от величайшего на земле Гималайского горного массива, и населяли их совершенно разные народы, ничего общего между собой не имеющие. А слово «могул» – «могул» имеет греческое происхождение и означает «великий», и никакого отношения к самоназванию какого-либо азиатского племени не имеет. Еще совсем недавно это была часть одного целого – единой славяно-арийской империи в средние века в Западной Европе, называемой Великой Тартарией. Причиной появления такого количества тартарий является отпочкование от славяно-арийской империи окраинных провинций, как следствие ослабления империи в результате нашествия орд Джунгар, которые захватили и полностью разрушили столицу этой империи – Асгард Ирийский, ныне город Омск, в 7038 году от сотворения мира в Звездном храме или в 1530 году нашей эры. Но даже и после потери окраинных провинций в конце 18 века славяно-арийская империя была самой большой страной мира. Славяно-арийская империя включала в себя часть юго-востока Европы, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, значительную часть Северной Америки и многие острова и архипелаги. Во времена Петра I его Великая империя представляла собой территорию Московии или Московской Тартарии, что опять-таки говорит о том, что относительно недавно она сама была провинцией славяно-арийской империи, отделение которой произошло во время правления Дмитрия Донского, захватившего абсолютную власть во Владимиро-Суздальском княжестве. До Дмитрия Донского в этом княжестве провинции славяно-арийской империи абсолютной монархической власти не существовало. Основным населением славяно-арийской империи были славяне, в большей своей части русские. В то же время на ее территории проживали и многие другие народы, имевшие равные права с основным населением. Примерно так, как это обстоит и в современной России. Когда иноземцы спрашивали жителей этой страны о том, кто они, ответом им было: «Мы дети Тарха и Тары, брата и сестры, которые были, по представлениям древних славян, хранителями земли русской». Богиня Тара – покровительница природы, ее старший брат Тарх – Дождь-бог, хранитель древней великой мудрости. Дождь-бог дал представителям расы Великой 9 книг, содержащих священные веды. Человек пришел на планету Земля через так называемые «звездные врата» – энергетические комплексы с использованием гравитационных и пространственно-временных спинтерсионных систем для перемещения между планетами и звездными системами около 40 тысяч лет назад. Предки человечества Земли прибыли на нашу планету из разных звездных систем – великой расы – белых, великого дракона – желтых, огненного змея – красных и представителей звездных систем мрачной пустоши – черных. Среди переселенцев была относительно немногочисленная группа высокоразвитых гуманоидных существ, очень близких современному человеку, образующих своеобразную касту, которую остальные переселенцы называли уры. Уры – представители планеты Урай, Ур – обжитая благодатная территория. Уры обладали огромными возможностями, лежавшими за гранью воображения большинства из простых людей, не принадлежащих к этой касте. Уры стали учителями, наставниками всех остальных. Уры обучали и помогали осваивать изначальные технологии, передавали необходимые знания, и знания, которые должны будут быть востребованы только через тысячелетия. Уры зашифровали их и передали на сохранение специальной касте хранителей волхвов, которые в нужное время должны будут передать сохраненные знания, пронеся их через тысячелетия, сохранив все, что возможно. Волхв – священнослужитель, верховный жрец, хранитель древних священных текстов. Для этой цели хранители волхвы получили два рунических алфавита, каждый из которых использовался волхвами разных уровней посвящения – доарийские и хаарийские письмена. Доарийские и хаарийские письмена – два из четырех видов письменности великой расы – доарийские тираги, хаарийские руны, свято-русские образы, буквицы, руники, черты, резы –
и рассенские молвицы. Память об учителях Урах осталась в словах, например, в слове «культура», что означает систему моральных и духовных представлений, которая передавалась Урами своим подопечным русам. Наличие двух каст у древних славян проявлялось в именах, которые им давали соседи. Так большинство азиатских соседей называли жителей славяно-арийской империи урусами, объединяя само название этих двух каст в одно целое. До сих пор многие азиатские соседи называют русских по-старому урусы. Одно время название славянских племен складывалось из добавления к корню «рус» приставок, отражавших особенности этих племен по отношению к остальным русам. Например, «эт русские», «прусы». Приставка «эт» перед самоназванием русов означает «просветленные русы», носители высокой культуры, доказательство которой сохранилось на севере Италии в виде надписей на камнях и произведениях искусства. Имя прусов славян, означавшее «перуновы русы», другое самоназвание – «венеды». Перуновы русы – Перун, бог-покровитель всех воинов, защитник земель и рода свято-русов, русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян и других. Венеды – жители Великой Венеи, куда переселились роды и племена венедов, соответствуют современной территории Западной Европы. Название воинственных племен западных славян сохранялось в самоназвании территории, ими занимаемой, вплоть до XIX века, даже после того, как германские, готские племена захватили эту землю в IX-X веках нашей эры и уничтожили большинство прусов славян, ассимилировав остатки их в своей среде и приняв их имя, после чего прусами стали называть одно из германских племен, проживавшее на этих землях, которая сыграла ключевую роль в объединении германских племен в единое государство в 19 столетии. До исчезновения уров все славянские племена имели второе имя – урусы. После исчезновения уров функции, выполняемые ими, вынужденно распределились между их подопечными – русами. Это привело к формированию нескольких каст. Касты волхвов, носителей знаний и традиций, касты профессиональных воинов, защищавших от внешних врагов, каст ремесленников, хлеборобов и скотоводов. Над всеми этими кастами стояла родовая аристократия. Кочевые племена славян-скотоводов стали называть себя скоттами, земледельцев – полянами, жителей лесов – древлянами. Позже происходило дальнейшее обособление славянских племен друг от друга, когда, спасаясь от голода, возникшего в Сибири во время последнего похолодания, часть славянских родов покинула родину в поисках новых земель для обитания. Ушедшие роды брали в виде самоназвания имена своих вождей – князей. Роды, ушедшие с князем Сарматом, стали называть себя сарматами, ушедшие с князем Скифом – скифами. Но это не были другие народы, это были все те же славяне. И когда в дальнейшем они по тем или иным причинам возвращались на свою прародину, то вновь становились просто русами. Со временем возникли новые славянские племена, новые славянские народы с большими или меньшими отличиями в языке, традициях и представлениях. Сербы, болгары, македонцы, хорваты, чехи, словены, поляки и многие другие. Но вне зависимости от этого, все эти племена вплоть до средних веков помнили и знали свою славяно-арийскую ведическую империю, существовавшую несколько десятков тысяч лет. Славяно-арийская ведическая империя. Древние славяне и арии владели фундаментальными знаниями о материальном и нематериальном мирах. Эти знания назывались веды, славяно-арийские священные предания. В районе Южного Урала, около деревни Чандар, в 1999 году профессор Чувыров обнаружил каменную плиту, на которой была нанесена рельефная карта западносибирского региона, выполненная технологиями, неизвестными современной науке. Подобную карту невозможно создать и сегодня.
Кроме естественного ландшафта, на этой трехмерной карте, для создания которой как минимум нужны искусственные спутники, изображены две системы каналов общей протяженностью 12 тысяч километров, шириной по 500 метров, а также 12 плотин шириной 300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной до 3 километров. Недалеко от каналов обозначены ромбовидные площадки. В конце 20 века стали доступны славяно-аийские веды. В этих переведенных на современный русский язык уникальных манускриптах говорится о том, что до последнего ледникового периода, явившегося следствием войны между Великой Рассенией и Антланией, Атлантидой, произошедшей 13 с лишним тысяч лет назад, на большие расстояния планетарного масштаба перемещались посредством Вайтман и Вайтмар, которые могли нести в своем чреве до 144 Вайтман и путешествовали на ближние и дальние планеты. Так вот, загадочные ромбические площадки на трехмерной карте Западной Сибири есть не что иное, как посадочные площадки для этих самых Вайтмар и Вайтман. Последние Вайтмары покинули нашу Мидгард-Землю около 1500 лет назад, когда началась Ночь Сварога. Ночь Сварога – название темного, тяжелого времени в славянской традиции, когда наша Солнечная система проходит через пространство темных миров, или Кали-Юга – в арийской или индийской традиции. На каменной плите были и письменные знаки, нанесенные иероглифы с логовым письмом, которые почему-то сразу отнесли к древнекитайскому языку, что в дальнейшем полностью не подтвердилось. Вбитая нам, славянам, идея примитивности праславян настолько въелась в мозги российским ученым, что в них даже и не возникла мысль о том, что надписи сделаны славяно-арийскими рунами. Предполагается, что таких плит было 348, которые все вместе создавали трехмерную карту мира. Другим документом является книга Велеса, последние записки в которой сделаны новгородскими волхвами в конце X века и охватившие более 20 тысяч лет истории славян. В ней также говорится о Великом Похолодании, 13019 лето от Великой Стужи, Великого Похолодания, и 11008 год до н.э., возникшем вследствие катастрофы, вызванной падением осколков малой луны Фатты в ходе войны между метрополией Великой Рассении и вышедшей из-под родительской опеки провинции Антланией, Атлантидой. Антлания – остров в Атлантическом океане, где поселился славянский род Анты. Впоследствии земля стала называться Антлань, то есть земля антов. Древние греки называли ее Атлантида, жители – атланты. Их потомки – современные малороссы, украинцы. Украина, то есть окраина земли святой расы. Фатта, Леля, Месяц – три малых планеты, луны, земли. Период обращения Фатты, древнегреческое фаэтон, 13 дней. Лели, ближайшей к Земле и самый малый из лун, 7 дней. Резкое похолодание и изменение климата на территории всей Сибири и Дальнего Востока вынудило огромное число древних славян покинуть метрополию и переселиться на незанятые земли Европы, что привело к значительному ослаблению самой метрополии. Этим и попытались воспользоваться южные соседи – аримы, жители Аримии. Так в те времена древние расичи называли Древний Китай. Расичи – представители из всех родов великой расы. Война была тяжелая и неравная, но тем не менее Великая Рассения одержала победу над Древним Китаем, Аримией. Это событие произошло 7519 лет назад. Победа была столь значительной и тяжелой, что день сотворения мира в Звездном храме, заключение мирного договора, 22 сентября по христианскому календарю, наши предки избрали новой поворотной точкой отсчета своей истории. По этому славянскому календарю сейчас лето, год 7519 от сотворения мира в Звездном храме. Русская история имеет более 7500 лет новой эры, наступившей после победы в тяжелой войне с Древним Китаем. И символом этой победы стал русский воин, пронзающий копьем змея, известный в настоящее время как Георгий Победоносец.
Древний Китай в прошлом назывался не только Аримией, но также и страной Великого Дракона. Образное название страны Великого Дракона сохранилось за Китаем до сих пор. В середине XI века по христианскому календарю дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна, стала французской королевой. Приехавшая из дикой Киевской Руси, княжна не считала, что приехала в просвещенную Европу и воспринимала Париж как большую деревню, чему есть документальное подтверждение в виде ее писем. Она привезла с собой в глухую провинцию, которой тогда считалась Франция, библиотеку, некоторая часть книг из которой вернулась в Россию только в XIX веке, попав в библиотеку Сулакадзаева. Именно этот человек сделал первый перевод Велесовой книги на современный русский язык, который представлял собой деревянные дощечки с нанесенным на них руническим письмом. После смерти Сулакадзаева его вдова продала большую часть его библиотеки Романовым, после чего никто больше о книгах ничего не слышал. Только маленькая часть из его библиотеки попала в руки других коллекционеров, в том числе и Велесова книга, с которой Миролюбов в 1942 году сделал фотографии. В этой книге, написанной волхвами, отражена история части славяно-русских племен, покинувших свою родину в Семиречье. Так назывались семь сибирских рек – Ирий, Иртыш, Обь, Енисей, Ангара, Лена, Ишим и Тобол, по-другому – Беловодье. Беловодье или земля свято расы, Ирий, современная река Иртыш, белая чистая вода. Содержание Велесовой книги полностью перекликается со славяно-арийскими ведами и археологическими открытиями последних десятилетий, что полностью отметает возражения истинных историков. Слово «история» возникло из слияния двух слов «из», «сторы», «я», что означает «рассказы из прошлого иудейского народа». Действительно, Велесова книга к истории иудейского народа не имеет никакого отношения, ибо Велесова книга отражает прошлое событие славян. Получается интересная картина. Люди имеют право иметь свое прошлое, свою историю, все другие тоже, а у нас, славян, прошлого не может быть, тем более великого. И даже фотографии 1942 года объявляются фальшивками, в то время как большинство известных исторических документов, на которых построена современная история, представляют собой только печатные или рукописные копии средних веков. После снятия этих копий все без исключения оригиналы исчезли, или сгорев в кострах инквизиции, как еретические книги, или погибнув в случайных и не очень пожарах. Почти одновременно сгорели Александрийская, Этрусская в Риме, Афинская, Царьградская, Константинопольская библиотеки. Исчезли библиотеки Ярослава Мудрого и Ивана Грозного. Оригиналы сгорают или исчезают, в то время как столь своевременно снятые с них копии лилейно сохраняются, не объявляются еретическими и на их основе пишется история цивилизации. И все это происходит только в средние века, точнее в 15-17 веках в Европе, и этому есть объективные причины. Столица славяно-арийской империи, город Асгард Ирийский, храмовый город, был разрушен ордами Джунгар в лето 7038 от сотворения мира, 1530 год нашей эры. Этот город гигантских каменных пирамид, город волхвов, ведунов, был богатейшей сокровищницей знаний, которые хранились в искусственных подземных пещерах под пирамидами. Ведуны, владеющие священными преданиями, славяно-арийскими ведами. Он не имел крепостных стен, но очень долгое время никакой враг был не в состоянии приблизиться к этому городу. Город был окружен невидимой энергетической защитой, сквозь которую не могли пройти не то что вражеские армии, а даже отдельные люди, если они имели грязные помыслы или дурные намерения. С наступлением ночи Сварога это защитное поле постепенно ослабевало в силу объективных причин, и в конце концов черным магам удалось нейтрализовать эту энергетическую защиту буквально перед штурмом города ордами Джунгар.
что не позволило высшим волхвам вовремя восстановить это защитное поле. Ворвавшиеся в великолепные храмы и грандиозные пирамиды орды уничтожили большинство волхвов, сожгли или уничтожили бесценные хранилища древних рукописей и книг, принесенных в Асгард Ирийский еще из Дарии. К счастью, далеко не все было уничтожено и в этих хранилищах, так как наиболее ценное всегда хранилось в специальных подземных хранилищах, спрятанных глубоко под землей. Дария – страна, которая находилась на затонувшем материке в Северном Ледовитом океане, Студенном море Дарийском. В древние времена называлась Арктида, Гипербарея, Северия, Арктогея. После уничтожения храмового города Асгарда Ирийского ордами Джунгар при некоторой помощи черных магов, единое псиполе империи, поддерживаемое высшими волхвами при помощи пирамид, значительно ослабло. Это ослабление особенно сильно проявилось в окраинных провинциях империи, в первую очередь в европейских. В результате правители этих провинций, хотя и носили титулы королей и герцогов и были назначаемыми наместниками, подняли бунт и объявили себя суверенными, независимыми от власти империи. Империя потеряла былое могущество, которое было еще 4 века назад, когда была предпринята первая попытка окраинных провинций отделиться от метрополий. Только с разрушением Асгарда Ирийского со второй попытки это у них получилось. И в бывших провинциях началось уничтожение любых следов, свидетельствовавших о связи с бывшей метрополией. Благодаря этому стала возможна фальсификация русской истории. С приглашением примитивными славянами варягов себе в княжение, появление 300 лет монголо-татарского ига, которого просто не существовало в природе, так как именно русские, славяне, и были монголами, тартарами, как называли наших предков, жители западноевропейских стран. Уничтожались старые книги, писались новые, откорректированные так, чтобы в новых историях уже никогда не упоминалось о славяно-арийской империи.